О роли взаимодействия архивов и образовательных учреждений в деле патриотического воспитания говорили в Республиканском институте образования. Круглый стол проходил в режиме видеоконференции, чтобы в обсуждении приняли участие жители самых отдаленных районов республики. Участники заседания затронули вопросы межрегионального сотрудничества финно-угорских народов, деятельность республиканских молодежных объединений по сохранению исторического наследия региона и составление родословной как источника сохранения культурных традиций семьи. На встрече присутствовали заведующие архивными отделами, школьными музеями, заместители директоров по воспитательной работе, учителя истории родного языка. По их мнению, краеведение играет ключевую роль в воспитании патриотизма у учащихся. Формирование и совершенствование региональной системы гражданско-патриотического воспитания молодежи относится к числу важнейших задач. Здесь широкое поле совместной деятельности как работников образования, культуры, музеев, библиотек, архивов и общественных организаций. В последние годы в российских школах интерес к краеведению заметно возрос. Учителя понимают, такая дисциплина формирует у школьников духовные ценности. А потому с удовольствием участвуют в акциях и конкурсах, проводимых архивной службой Мордовии. Помогают в работе республиканским молодежным объединениям.